И другие темы. Репортаж 7 канала о Назаровском разрезе стал победителем федерального конкурса «Узнай Россию. Моя судьба шахтерская». Автор проекта – журналист Татьяна Махина. Ее сюжет выиграл в номинации «Видеовоспоминания». В материале рассказывается в том числе история Дмитрия Даниловича Абрамова. Он ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный шахтер России. В свои 97 лет мужчина задумал создать музейную экспозицию, посвященную истории Назаровского разреза, ветеранам угольной промышленности и их трудовым достижениям. Посмотреть репортаж можно на сайте 7 канала в разделе «Программы». В первую очередь, это наша общая заслуга команды 7 канала. Операторы снимали в непростых условиях, на разрезе, съемки были с квадрокоптера. Режиссеры сделали шикарную графику, упаковку. Поэтому, конечно, я очень рада, что наша работа была оценена на федеральном уровне.